Всех приветствую, меня зовут Black Sun Vint. Сегодня смотрим новую серию Готэма без лишних слов. Поехали! Я маску Бэтмена сжег. Слава небесная. Ой, царство небесное, извините. Не то, сказанул немного. Надеюсь, никто не будет агриться. Harvey killed Ivy's father. Чё? Я забыл про это. Она мстит теперь идет. Хера себе она начала отустраивать. Чисто нападение на Готэм. Ага. Значит, она изначально манипулировала Харви. Жаль. Непонятно, почему сразу его нельзя убить. Тут это не лайк, это анлоги, если честно. Be sure to shoot yourself in the head, okay? Copy that. Это анлогик. То есть она могла убить Гордона в любой момент. Блять, он сидит, он детектив. Don't even try and talk your way out of this. Кто он этот? What? Комиссар Гордон? What? Не комиссар еще, нет, он этот. Капитан Гордон, да? То есть она могла прийти в участок спокойно и там всех убить, как бы. А тут, видите, какой бред начался. Ну, для меня это анлогик. То есть то, что поступок Айви, она так не поступала. Она выглядела имбой, а сейчас выглядит как, ну, типичный злодей Готэма. Жаль. Дебил. Зачем это сделал? Фак, нахер. Да просто надо расстрелять ее сразу же и все. Бля, ну что они ждали? Ну что-то серия такая себе. Ну по логике. Что-то она проигрывает предыдущим. Жалко. Убил. Жалко Брюса. Вот она, первая встреча Гордона с Бэтменом. Жесть. Хуя, заруба. Женщина-кошка против ядовитого плюща. Селина Кайл. Turns out to be the hero. Она антигерой. Ну, у плюща, я вам так скажу, темка музыкальная, запоминающаяся. Вот эти вот скрипки, тррам, тррам, которые с бешеными пиццикато ебашут. Это классно. Опа. Нож в печень, никто не вечен. Классика. Она знала про это. Она знала про это. Жесть. Че, она будет этот, что ли? Или у нас капитан Крюк, я так понимаю, теперь. Жесть. Хуя себе. Хуя себе наёб. Майндгеймы. Майндгеймы. Инсейн. Инсейн пошел. Градус безумия подскочил на 100. Больные. Так. Все, загадочник вернулся. О, война. Вот это пиздец, мощный клиф. Хороший. Хорошо.
Ну что ж, ребят, я посмотрел новую серию Готэма, Готэмского. Готэмский был хорош. Да, Готэмский был хорош. В этот раз я поставлю, наверное, 8 из 10. Мне понравилась ветка с Нигмой. Она была с клифом в конце, таким эпичным. Ой, не с клифом, с твистом. Классный. То есть сначала Джокер возвращал пингвина к его инсейну, потом пингвин вернул загадочника к его инсейну. Интересная у них такая лесенка, мне понравилась. Дальше что было? Дальше была сцена Ли и Софии. Между ними ветка, где София уничтожила Ли и сделала ее капитаном Крюком. Потому что руку, видимо, ей отбила полностью хз. Ну, может, останется рука, непонятно, в общем-то. Вот. Что еще? Айви. Ну, Айви как-то сдала позиции, хотя вроде ее не поймали, да? Насколько, если я внимательно смотрел серию. Может, я уснул на половине и пропустил, что ее забрали в участок. Но вроде я внимательно смотрел, поэтому... Поэтому вроде все нормально, да? И... То есть... Айви как-то тут потупее была, если честно, потупее. Но ее все-таки уделала Селина Кайл как-то и морально, и физически как-то вот так вот победила. Да, но она для себя, понятно, это сделала, для себя, только для себя любимой. Но смогла, так сказать, осилить. И Айви Пеппер пока уходит, видимо, на задний план, потому что у нее больше нет плана, что делать, в общем. Дальше что было еще? Ну вот Буллок, видимо, возвращается в строй к Гордону, очень классно. Гордон впервые встретился с Бэтменом, так сказать, на крыше. Он его потерял. Первая встреча двух гениев. А Брюс вернул Альфреда. Было довольно, ну так вот, драматично. На это посмотреть. Довольно драматичные сцены были между ними. Поэтому все. Правильно тут показали. Брюс возвращается. После аута долгого. И молодец, что возвращается. То есть очень нормально так, круто. И клиффхенгер, где Гордон такой говорит: «Война is coming». Это вообще очень жестко. На самом деле хочется посмотреть, то есть получается, что главный злодей второй половины — это София. Как ее там звали-то, бля? Я забыл. София и фамилию забыл. Классно. В общем, опять мафия. Опять первый сезон. Опять. Но только в этот раз с тремя психопатами. В лице загадочника, Джокера и Ридлера. Плюс еще и ебанутый метахумен. Как-то так. 8 из 10. С вами был Black Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, а также подписывайтесь на мой инстаграм и группу ВКонтакте. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Смотрите только хорошие сериалы.